же их толком не объяснила, но может ей можно помочь как-то? Потому что она сама религиовед по образованию, ну, христианка православная. А чтобы родители принесли еду, ну, с родителей еда. А как бы вот я даже не знаю, как она это будет организовывать. Вот есть ли, что можно, как можно на сегодняшний день организовать вот эти агапы? Я думаю, что не надо образовывать. Это агапы были у верующих. Они думают о вечной жизни, а там никого нет, только чтобы поесть, да к дому у тебя есть, чтобы поела и все. Это не получится ничего из этого. Надо уверовать сначала. Не участвуйте в этих делах. Блажен, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. Они как живут? Невенчанные, как правило, Бога не знают. Зачем к ним липнуть? Они венчанные, не все венчанные, учительница венчанная, православная и даже матушка. Даже мать. Так а зачем в школе? Это в церкви бы делали, где там, у кого? У верующих на дому и делать, если все верующие. Ну, она хочет, чтобы больше верующих было. Но я так понимаю, она хочет проповедовать Христа. Она из хороших побуждений это делает. Ну, то, что вы думаете, это ничего не значит. Я вообще не знаю и не слышал. Что я могу сказать? Я знаю, с неверующими на такие дела идти не надо. Ничего там, кроме безобразия, не бывает. Кормить их. Это верующие, глубоко верующие люди. Члены одного тела. И там у них и причастие было, и все. А это нет. Это мирские люди придумывают. Не надо в этом участвовать.